1, 2, 3. Это не шутка. Я еду домой. Я самая счастливая сейчас, потому что я буду сниматься в рекламе DAF с хэштегом «Покажите нас». Боже, я так рада. 8 марта я поеду в Питер. Я так рада. Я очень рада. Я в Риге. Я, что называется, so excited. Он такой же громкий, как в Питере. Я как будто бы дома. Я в Нарве, но алкоголь мне не помог, и я спала максимум 2 часа. Грустно, но я хотя бы спала. Готов к обнимашкам. Где радость на лице? Нет радости? Нет, и все радость? Пришли кушать. Да. Вот это все называется крема. И что это, я забыл. Оказывается, что воду нужно пить до. А ты думаешь после? Ну, я думал, ну, типа, я ж никогда особо не пил. И я думал, прикол в том, чтобы потом запить. Вкусно? Не знаю, прикольно. Тут мы съели очень вкусный фалафель в изи хумус, а после этого поехали домой, потому что я дико хотела помыться и поспать наконец-то. Покажите ребенка. Хех-хех, какой смешной. Ну ты красивый все равно. Знаешь, что меня спросили? У меня спросили, а что Илья в армию собирается? Знаешь, почему? Почему? Угадай. Я побрился? Да. Я только вчера побрил, у меня тут чуть-чуть отросло. Так не это, голову побрил, дурачок. А, не, это я просто так. Это стиль, ребят. Все, пойдем в магаз, Ля. Поднимай пепу. Две зайки в кадре. Пусть не бойся. Я в прошлом видосе сказала, что Василия Островская полная фигня, Волковская мне понравилась. Я хочу Волковскую. Найдите мне Волковскую. Волк по скидке 62. Мой день. Трифон 100 рублей вообще не объективно. Буся. Чё ты меня игнорируешь? Будешь сегодня готовить? Паста ля паста. Скажи паста ля паста. Паста ля паста. Лайфхак века. Я знаю. Если вы не знали, то всегда можно пробить продукты в кафе перекресток. Всегда должна быть запаска. Где? В Литве? Да. Ты обалдел. После похода в магазин мы начали готовить пасту для паста. Ну, точнее, как мы, в основном Илья, как обычно. Ну, а пока он готовил, я пошла встречать мамон. Ничего нового, Илья снова на кухне. Я люблю... А дай мне лопатки. Я сама придумала вопрос, возможно, он тупой. Один интересный факт о себе. Тупой вопрос. Я знаю. Но мне показалось что-то интересное. У меня странные пальцы. Потому что они вот как-то вот так выгибаются. Ну, как-то вот так вот. Ну да, это страшно. Еще вот такие пальцы. Хорошо, давай по-другому. Один странный факт обо мне. Ты думаешь, что ты не красотуля, а ты красотуля. Илья!
7 марта прошло очень обыденно, потому что мы просто съездили в Максидом и еще встретились с ребятами, но этого я не снимала, поэтому давайте сразу же перейдем к следующему дню. Но перед тем, как мы это сделаем, посмотрим на очень смешного Илью. Ну а 8 марта я наконец-то пошла на фотосессию от DAF, хотя все равно попросила Илью пойти со мной, потому что, ну, я застеснялась. Мне понравилось. Это была первая моя реклама, и я считаю, что я сделала все, что я могла. Это был первый раз, как в первый класс, вот так. Спасибо, DAF, что позвали меня в эту рекламу. Спасибо большое, мне было очень приятно. Надеюсь, я увижу себя на экране, и вы меня увидите, и вы увидите разнообразие российских женщин, красоты русских женщин. Хочу шокобон. Шокобон? Ну ладно. Не завидуй. Ой, а как пахнет. А как это есть? На этом как-то резко закончилось мое 8 марта, поэтому, ну, переходим к 9. Ну, поприветствуйтесь! Такой добрый. Привет! Мы снова тут, мы приехали к Полине в Европу. Как мы тут оказались? Ой, и тут и Смолин еще. Как тут все оказались в Европе? Зацензурят, это нельзя детям. Тут вообще в Европе так хорошо, тут можно про Путина гадости говорить. Ой-ой. Страшно все равно. А я подумала. Это тебе. Ой, спасибо. Мы играли. Кто подарил? Ты? Ну иди сюда. А может это пиво выпить? Естественно, это без вопросов. Не обсуждается, не обсуждается. Смолин, ну тебе идет. Да. Мне кажется, такой типа секси. Ну, претенциозно. Ну да. Если коротко, то мы пытались найти новые очки Смолину, но вместо этого случайно нашли новые очки Илье. Не спрашивайте, как. Смолин. День добрый. Ты быканул или мне показалось? Показалось. Вскрытие пока. Тут влажность. Вот я хожу уже месяц на военную кафедру. Вот чему меня научили. Илья, иди. Кто-то уезжает. Уху. Чё ты радуешься? Ага. Иля, ты будешь по мне скучать? Нет или да? Это нет? О, ты не будешь? Иля! Ну что ты у меня спрашиваешь? То есть не будешь, да?
Я спрашиваю. То есть нет, да? Не задавайте мне таких вопросов. Почему? По хотину.